Родные мои, любимые, драгоценные друзья, сегодня восхитительный день, сегодня было умопомрачительное утро. Еще вчера я засыпала с мыслями, как же мне, что же мне такого придумать, чтобы рассказать о проекте еще большему количеству людей, чтобы в итоге вот выполнить свою цель, чтобы собрать эту сумму. Сегодня я просыпаюсь и вижу 100%. 100% набрано от суммы, заявленной в проекте. Это значит, что мы снимаем клип. Это значит, что все получится. Вопреки всем тем людям, которые говорили, нет, это невозможно, у вас слишком мало подписчиков, никто вас не поддержит, даже не думайте об этом. Ребята, 100%. Это просто невероятная новость. Я сейчас пребываю в каком-то радостном шоке от того, что происходит. Я даю себе отчет, что большинство моих спонсоров — это люди, лично знакомые со мной. Я очень надеюсь, что не только их личная симпатия ко мне заставила их принять участие в проекте, но еще и как бы сам проект их заинтересовал. Были люди, которые отправляли деньги с другого конца страны. Но это круто! Это круто, потому что сбылась мечта, цель наша достигнута. Что еще нужно добавить? Несмотря на то, что 100% от заявленной суммы мы собрали, проект будет активен еще 13 дней. В общем-то, это дает нам возможность собрать еще какую-то небольшую сумму сверх того. Эта сумма, в общем-то, она бы пригодилась нам для того, чтобы, ну, позволить себе технически как-то улучшить процесс. Да? А еще у меня есть мысль о том, что нужно сделать обязательно презентацию клипа, когда он будет готов, в виде концерта в каком-то очень уютном, приятном месте с показом видео и с какими-нибудь вкусняшками. Ну и, конечно, чтобы довести дело до конца, нам необходимо сделать еще мастеринг, качественный мастеринг композиции. Сейчас мы над этим работали, ломали голову с музыкантами. И, в общем, лишние деньги могли бы помочь мне это реализовать, как вы понимаете. В любом случае, я просто несказанно счастлива тому, что сегодня произошло. Я очень люблю вас. Вас! Люблю вас, целую, обнимаю. И просто я самый счастливый человек на свете сейчас. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.